Я Влад Чижов. И да, у меня обостренное чувство справедливости. Че, урод, чужими жизнями решил поиграть, да? В конце 90-х мне это чуть не стоило жизни. Проблема у вас. Ты че, блин? Да нормально все чуть-чуть. Но я научился решать проблемы сам. Вначале свои, тихо. Потом чужие. Бабки верни, фигуан! Вы буквально жизнь спасли. Я тебе не бандит никакой, я свои обещания сдерживаю. Я знаю, как вычислить и обойти тех, для кого кидняк – это бизнес. Умоляю, ну дайте шанс последний. И как помочь людям, которые под этих уродов уже попали. Вы наш спаситель. Есть проблемы? Будем решать. Сегодня в программе. Есть такие люди, которые любят рыбку съесть и сковородку не помыть. 50 тысяч родители дали. Ну давай их мне, я занесу их в приемную комиссию. Взятка, что ли? Любимый настоящий полковник умирает где-то на больничной койке в турецком городе. Он назвал 200 тысяч рублей. Я побежала в банк и взяла экспресс-кредит. Какие пожары в ноябре в Турции? Не смешно. Ну и что натворил этот Тавашкевич? Хочу с ним по-мужски поговорить. Я все понял, я... Слышь, давай-ка, короче, сегодня без мордобоя, а? Да пошел ты в задницу, понял? Ты заварил эту кашу. Ты пошел со своим телевизором. Самая распространенная форма мошенничества – это обман на доверие. И чем быстрее мошенник вызовет у вас доверие, тем быстрее он вас обманет. И тут в ход идут разные инструменты. Он может предложить совместный бизнес, ну типа денег заработать. Может развести на любовные отношения. А может вызвать жалость или ложное чувство долга. Со мной связалась Елена. Знакомство с одним красивым и статным мужчиной закончилось не только психологической травмой для этой несчастной женщины, но и потерей крупной суммы денег. Где можем поговорить? Проходите. Можете пройти на кухню. Ну, рассказывайте, что у вас случилось? Может быть, чай или кофе? Нет, давайте лучше по делу. И, пожалуйста, не волнуйтесь. Я вижу, вы разволновались, что-то камер напугались. Давайте потихоньку сейчас размотаем. Мне уже за 40. И до сих пор нет ни мужа, ни детей. Ну, знакомство через интернет меня не привлекает, потому что там много мутных личностей. Есть такое, да? Знакомлюсь по старинке, на вечерах встреч. Но, как оказалось, и это не гарантирует от того, чтобы во что-то вляпаться. Это правда. Со мной так и произошло. На одном вечере я познакомилась с мужчиной по имени Константин. Ну, он сам ко мне подошел и наговорил много комплиментов. Мне очень польстило его внимание. О себе он рассказал, что он служит в МЧС в звании полковника. Неплохо так. Как развивались ваши отношения? Он очень галантно ухаживал. Приглашал в театры, в музеи. Не торопился с поцелуями, постелями. То есть вел себя по-джентльменски? Вот да. Скажите честно, ну, влюбились в него? Есть такое, да. Можно сказать, что... Все, не волнуйтесь. Давайте дальше. Ну, и через месяц после наших встреч и общения по телефону Константин сказал, что его вызывают в командировку служебную в Турцию для оказания помощи в тушении пожаров. И он улетел. Но общение наше не прекратилось. Он продолжал звонить и присылал мне фотографии моря и красивых пейзажей турецких. Ну, вот примерно через неделю после этого мне позвонил Анатолий. А что за Анатолий?
друг и сослуживец. Мы случайно познакомились, когда были в ресторане. И вот Анатолий мне сказал, значит, по телефону, что произошла трагедия, и Константин во время пожара сильно обожжен, и они находятся в больнице в городе Миляс. Константину нужна операция. Но, к сожалению, медики не торопятся с этой операцией, поскольку ждут подтверждения оплаты от страховой компании. И вот пока вот эти проволочки длятся... Ну, в общем, он попросил у вас денег, я правильно понимаю? Да, время идет, а Константин может умереть. И он очень убедительно мне все это эмоционально рассказывал, что я сама спросила, какая сумма нужна. И какая сумма? Он назвал 200 тысяч рублей. Конечно, я побежала в банк и взяла экспресс-кредит. Так. Деньги перечислила Анатолию на счет, который он мне продиктовал. Я попробую угадать. И после этого и Анатолий, и Константин просто пропали со связи, да? Это произошло не сразу. После перечисления мной денег Анатолий сказал, что операция прошла успешно, и Константин позвонит мне, как только придет в себя. Что и произошло. И мы 3 дня еще общались с Костей по телефону. И вот после... Потом они оба пропали, и телефоны перестали отвечать. И в этот момент вы поняли, что Константин вас обманул, да? Нет, я подумала, что что-то случилось. Я заняла деньги у подруги, 100 тысяч, и полетела в Турцию, в этот город Миляс. Но только там я узнала, что никакого пожара там не было уже давно, и МЧС российские не появлялись в этом городе. И вот тут-то я и поняла, что меня обманули, и какая я легковерная идиотка. И вот теперь на мне висит долг перед подругой, 100 тысяч, кредит банковский с огромными процентами. И я не знаю, как из всего этого выпутаться. Вы можете мне помочь? Лен, я постараюсь помочь. Для начала нужно успокоиться. Ну, давайте порассуждаем. Значит, кроме телефонов вот этого Константина и Анатолия у вас ничего нет. Вы паспорт этого Константина видели хоть раз? Я не видела паспорт. А дома у него были? В гости тоже он меня не приглашал. И даже фотографии я никакие не делала. Ну, давайте тогда остановимся на том, что есть. Значит, вы когда переводили деньги этому Анатолию, наверное, сохранилась смс-ка из банка о переводе. И вы можете сделать скриншот и отправить мне? Да, конечно. И телефон я скину, да, Анатолия и Константина? Конечно. Так, ага, все, получил. И скриншот получил. Ничего больше на этого Константина нет? Про Константина я сказать больше не могу. Единственное, что я помню, когда мы познакомились с Анатолием в ресторане, он был со своей спутницей. И я сделала комплимент ее загару, очень такому мягкому. На что она ответила, что, ну, как директор туристической фирмы, может мне организовать поездку со скидкой. И дала свою карточку. То есть она, вот эта подруга Анатолия, оказалась директор турагентства? Да. А и дала мне свою визитку. Сохранилась? Да. А можно мне ее? Сейчас, я принесу. Какая женщина застенчивая. Вот, ее зовут Марина. Так, Марина Владимировна. Вы позвольте, я фотографию сделаю, визитки. Конечно. Да, информации, конечно, немного, но я за дело берусь, я постараюсь вам помочь, мне нужно время. Спасибо, что выслушали меня. Пока не за что. Будут новости, я свяжусь. Провожайте нас. Так, сейчас отправлю Феликсу телефоны этого Кости и Анатолия и номер карты. Иллюзия, конечно, не строю, ну мало ли, может, где-то засветились. Так, отправить.
У меня сложилось абсолютно четкое понимание, что и Анатолий, и Константин работают вместе. Уж как-то очень удачно Анатолий подыграл Константину, и как-то очень вовремя вместе с Константином слился со связи. Так что пообщаться с его спутницей Мариной будет не лишним. Поехали. Кого еще кидать-то? Ну, конечно, эту скромную, застенчивую, беззащитную женщину. Ну, разве она ответит? Это мы с вами, здравомыслящие люди, понимаем, что любая работа за рубежом, и неважно, это МЧС или вооруженные силы, все это делается при поддержке государства. И никаких проблем с больницами там быть не может. И не нужна никакая помощь извне. Это мы с вами знаем, здравомыслящие, но не влюбленная женщина. Со мной связалась Елена. Знакомство с одним красивым и статным мужчиной закончилось потерей крупной суммы денег. Он служит в МЧС в звании полковника. Константин сказал, что его вызывают в командировку служебную в Турцию. Мне позвонил Анатолий, друг и сослуживец. Константин во время пожара сильно обожжен. Он назвал 200 тысяч рублей. Когда мы познакомились с Анатолием в ресторане, он был со своей спутницей. Вот эта подруга Анатолия оказалась директором турагентства. Да. Так что пообщаться с его спутницей Мариной будет не лишним. СМС-ку прислал. Ну, собственно, что и следовало ожидать. Телефоны оформлены на краденные паспорта, так что шансов найти по номерам никаких. Ну что, может быть, получится пообщаться с этой Мариной Владимировной? Давайте без больших камер, я возьму Барсик. Паш, подстрахуй с телефоном. Простите, секундочку. Мне нужна Марина, это вы? Да, я. Одну секунду. Конечно. По визе я вам все рассказала. Я жду от вас документы, в общем, хорошо? Спасибо большое. Всего хорошего, до встречи. Здрасте, здрасте. Вы от Нади? Ты Доминикане? Доминикана? Да, актуально. А можно мне билетик в один конец на завтра? На одного человека? Куда? В Доминикану будет сложновато. Сложновато. Доминикану, шучу. Да. На самом деле я к вам, Марин, по личному вопросу. Скажите, пожалуйста, по личному, можете поговорить со мной? Да, давайте. Вам именно Константин и Анатолий ни о чем не говорят? Говорят, и что? Дело в том, давайте я представлюсь, меня зовут Влад Чижов, я снимаю на канале ЧЕ программу «Решала», и я помогаю одной женщине, Елене. И дело в том, что эти два красавца обманули ее на очень крупную сумму денег. У этой Елены оказалась ваша визитка. Да, я помню Елену, Константина, видела ее один раз. Они ее, значит, кинули. Меня они тоже хотели кинуть, но у них ничего не получилось. А можно поподробнее о деятельности этих двух красавцев? Да, с удовольствием вам расскажу эту историю. Очень весьма забавно. Я познакомилась с Анатолием на встречах за 40. Ну, знаете, я хожу туда не для того, чтобы выйти замуж, а чтобы найти себе мужчину. Ну, так замужем бывает. Я уже была 4 раза, и мне достаточно, я туда не стремлюсь. Спасибо. Наигралась. А вот. И, знаете, мужчин обычно я больше двух встреч не терплю, а тут что-то подзадержался. Любовник он неплохой, честно вам скажу. Так тоже бывает. Да. Короче, этот Анатолий гнал мне, что он полковник МЧС. О, как? Познакомил меня со своим коллегой Константином, который был как раз с Еленой. В общем, звонит мне Анатолий и говорит о том, что им срочно нужно в Турцию ехать пожары тушить в ноябре. Мне, турагенту. Какие пожары в ноябре в Турции? Ну, смешно. Так.
Ну, я еще подумала, что он слиться хочет. Ну, думаю, господи, найду следующего, ну какие проблемы. Ну и забыла про эту историю. И вот тут звонит мне Константин. Так. Говорит о том, что якобы Анатолий попал в беду на этом пожаре, весь обгорел, нужна срочная операция, нужны деньги. О как. И начал просить денег. Ну это очень смешно, если я чуть под стул вообще не свалилась от смеха. А я же замужем была за военным, у меня второй муж был военный. Я знаю, как у них при чрезвычайных происшествиях это все происходит. Ну смешно же. Ну естественно, я Константина послала куда подальше, потому что ну история сама по себе уже понятна, что вранье полное. Ну вот видите, вы раскусили этих умников, а Елена, к сожалению, не раскусила. Я вам больше скажу, я его раскусила уже через неделю после нашего знакомства. Просто не хотела бросать, потому что меня он более чем устраивал. Замуж я за него не собиралась, ну, а любовнику не попал. А на чем он покоролся-то? А, поехали, значит, мы в магазин за продуктами. Выходили из магазина и продукты в машину складывать его, в багажник. А там в багажнике спецовка. Из плюс. Я еще так запомнила, потому что эта фирма по установке кондиционеров, и они мне постоянно как спам в почтовый ящик в подъезде бросают свои листовки. Я еще пошутила, что говорю, надо же, полковник МЧС днем спасает людей, а вечером устанавливает кондиционеры. И как он прореагировал? Он, конечно, он стал отмазываться, что якобы это брата спецовка, что брат там работает, что машину якобы он у него берет. Ну, смешно, понятно было, что он врет. Ну, поплыл, короче. Полностью, абсолютно. А название точно запомнили? Плюс. Вы точно, позволите, потому да? что она так часто попадается мне в почтовом ящике, это ну аж навязчиво, понимаете? Сейчас я отправлю название фирмы одному своему специалисту. Может быть, получится найти эту фирму и найти контакты. Плюс, да, записал. Точно помню. Ну, может быть, этот Анатолий или Константин помню, да. там работает. 100% я уверена, что он именно там работает. Еще один личный вопрос. Ну, раз вы все-таки общались с этим Анатолием, может быть, какая-то фотография сохранилась? Влад, вы сегодня весьма везучий. Серьезно? У вас есть целый альбом? У меня нет, у меня есть фотография, но она, правда, не очень приличная, потому что я засняла его в постели. У нас просто с подружкой свои женские фишки, мы соревнуемся и скидываем. Ну, так бывает. А можно глянуть? Сейчас, секундочку. Константин сказал, что его вызывают в командировку служебную в Турцию. Мне позвонил Анатолий, друг и сослуживец. Константин во время пожара сильно обожжен. Он назвал 200 тысяч рублей. Вам имена Константин и Анатолий ни о чем не говорят? Меня они тоже хотели кинуть, но у них ничего не получилось. Я его раскусила уже через неделю. Выходили из магазина и продукты в машину складывать его. А там в багажнике спецовка. Полковник МЧС днем спасает людей, а вечером устанавливает кондиционеры. Может быть, какая-то фотография сохранится? Влад, вы сегодня весьма везучий. Сейчас, секундочку. Простите, ну вот. Ну, что сказать, просто мне его мало волнует, а вот лицо видно хорошо. Марина, а вы не могли бы эту фотографию отправить мне на мессенджер? Запишите. Да не вопрос. 637-12. Все есть. Спасибо. Спасибо большое. Ну, действительно помогли. Сегодня у меня удачный день. А может быть, у меня появится время, и я куда-нибудь соберусь. А я с удовольствием предложу вам скидку. Я думаю, что вам лучше именно к нам прийти. Будет повод посоревноваться я с подружками. Лучше. Хорошо. Предложение спасибо. Пришлю. Спасибо, спасибо. До свидания. Всего хорошего. Так, что-то там тренькало у меня.
Феликс нарыл контакты директора фирмы по установке кондиционеров. Семен Андреевич. Сейчас мы ему позвоним, попробуем договориться о встрече. Я слушаю. Семен Андреевич? Да. Здравствуйте, меня зовут Влад Чижов, я на телевидении работаю. Хотел бы с вами договориться о встрече. Здравствуйте, Влад. Неожиданно. А что случилось? У меня программа о мошенниках на канале ЧЕ. В общем, разговор будет касаться одного вашего специалиста. Хотел бы обсудить, ну, если вас, конечно, интересует репутация вашей компании. Так, вот это новость. Приезжайте тогда. Я в офисе. По адресу 26. Буду здесь весь день. 26. Это минут 45-50. Примерно через столько я подъеду. Договорились. Все, до встречи. Поехали. Схема этих настоящих полковников простая до безобразия, но, кстати, рабочая. Шарахаются по всяким клубам для тех, кому за 40, знакомятся с женщинами, ну, кто хочет тихого семейного счастья. Красиво ухаживают, влюбляют в себя, ну и берут их в оборот. Ну а дальше? А дальше служебная командировка в Турцию. Мужественное тушение несуществующего пожара, и вот уже любимый настоящий полковник умирает где-то на больничной койке в турецком городе. И спасти его, кстати, можно всего-навсего за 200 тысяч. И, как вы поняли, эти два молодца периодически меняются ролями. Ну, во-первых, для правдоподобности, а во-вторых, для того, чтобы не запалили. Но дьявол кроется в мелочах. В итоге один все-таки запалился на спецовке от фирмы по установке кондиционеров. Так что раскручивать эту преступную парочку будем через него. Этому Семену Андреевичу, что я работаю на телевидении? По-моему, да. Так что пойдем со всей индустрии. Здравствуйте, а я к Семену Андреевичу. Здравствуйте, Влад Чижов. Точно. Он вас ждет, давайте я спрошу. Семен Андреевич. Здравствуйте, Влад. Здрасте, это я вам звонил. Вы уже снимаете сразу? Точно. Оперативно. Можем поговорить? Ну, давайте, присаживайтесь, пожалуйста. Я вас внимательно слушаю. Семен Андреевич. Что вас привело к нам? Разговор пойдет об одном персонаже, который предположительно у вас работает. Я вот все лишнее уже обрезал, оставил одно лицо. Вам знаком этот человек? Ну, точно не могу сказать. Что-то похожее, может быть. Сейчас, минуточку. Виолетта, зайди, пожалуйста. Василий Андреевич. Посмотри, пожалуйста. Тебе знаком этот персонаж? Да, это Толя. С работы Талашкевич. Толя Талашкевич. А он работает с напарником? Нет у него такого напарника, Константин? Константина не знаю, вроде Саша был. Саша напарник. Да. Угу. Спасибо. Занимайся давай своей работой. Спасибо. Ну и что натворил этот Талашкевич? Этот Анатолий Талашкевич вместе со своим другом Константином обманул очень скромную, доверчивую женщину. На 200 тысяч рублей. Обманул и запалился. Ну, раз я здесь, значит, он запалился. А запалился по спецовке вашей фирменной. Вот такая вот история. Так, ну что, ну я могу тогда... Вообще, что вы хотите? Если вы хотите возбудить уголовное дело, я могу предоставить вам полное досье на него, паспортные данные, семейное положение, зарплату. Все, потому что мне репутация моей фирмы, это совершенно не нужно.
Семен Андреевич, спасибо, конечно. Возможно, это личное дело ему пригодится для разговора. Если вам не сложно, вы потом сфотографируйте, пришлите мне вот сюда вот, на мессенджер или на почту. Но я бы хотел, чтобы вы мне все-таки немножко подыграли. Хочу с ним по-мужски поговорить. А вы можете его прислать ко мне на квартиру, устанавливать кондиционер? В конкретную квартиру, в конкретную дату и в конкретное время. Пожалуйста, когда вам это удобно будет. Тогда минуточку. Сейчас я вам запишу. Давайте завтра к 13:00. Сможете? Естественно, все. Он уже сегодня будет извещен, что завтра у него наряд на установку кондиционера по этому адресу. Спасибо большое. Только попрошу раньше времени о моем визите в вашу фирму никому не рассказывать. Хорошо? Хорошо. Давайте я вас провожу. Так, Виолетта. Да, Семен Андреевич. Значит, о том, что у нас был лад со съемочной группой, никто не должен знать на фирме. Это секрет. Поняла, да? Да, поняла. Все, спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Миша, выйди на связь. На связь, Влад. Миша, работаю в квартире на Гилеровского. Принял. Ну, как-то так. Константин сказал, что его вызывают в командировку. Мне позвонил Анатолий, друг и сослуживец. Константин во время пожара сильно обожжен. Он назвал 200 тысяч рублей. Я его раскусила уже через неделю. Выходили из магазина и продукты в машину складывать его. А там в багажнике спецовка. Полковник МЧС днем спасает людей, а вечером устанавливает кондиционеры. Вам знаком этот человек? Да, это Толя. Ну, сработает наш кейч. А вы можете его прислать ко мне на квартиру, устанавливать кондиционер? Миша, работаю в квартире на Гилеровского. Принял. На связи. Видимо, Анатолий, он заходит в подъезд. Слушай, заждались уже. Встречаем. Здравствуйте. 132-я квартира? Точно. Поступил VIP-заказ на установку кондиционера. Сейчас нужно замерить. Ну, замерить так замерить, это без проблем. Что-то лицо ваше мне больно знакомое. Проходите, будем мерить. Ребят, заходим. О, вы Влад Чижов? Точно. Я знаю, я смотрю вашу программу, мне очень нравится. Ну вот ты окажешься сейчас героем моей программы. Ну вот расскажи мне, пожалуйста, друг ты мой, как тебе в башку прилетела шальная мысль, тебе и твоему другу Косте, о том, что взять и несчастную девушку доверчиво обмануть на 200 косарей. Ты когда еще добрая душа, еще сотку потратила на то, чтобы в Турцию слетать, так переживала за Костю, а? Вот скажи мне, пожалуйста. Я не знаю, не понимаю. Я, наверное, пойду. Не-не-не, подожди, я еще не все, не закончил. Ну вот объясни мне, ну вот как? Че, не жалко было девушку? Да, нет, я все понял, я... Слышь, давай-ка, короче, сегодня без мордобоя, а?
Не давай, не бей, я все расскажу. Я тебе сейчас объясню. Конечно, ты мне расскажешь. Я тебе сейчас вилку одну нарисую, чтобы тебе понятно было. Твой начальник, Семен Андреевич, прислал мне на тебя полное досье. Как ты работаешь, твои паспортные данные, место проживания, зарплата, твое семейное положение. Вы, наверное, с Костей думали, что вы эту бедную Лену несчастную разведете, и вас никто не найдет. У вас две липовых сим-карты, одна твоя, другая его. Карточка, куда тебе она деньги переводила, тоже на дропа. Но ты должен понимать, что ты звонил Лене с липового телефона, и она по твоей просьбе перевела деньги. Уголовные дела не возбуждают ввиду неустановленных лиц. А сейчас мы лицо установили. Я сейчас Лене звякну. Она сюда приедет, понял меня? А до приезда конвоя мы тебя посторожим. Такой расклад тебя устроит? Ну, давай, дружок, ты не сдувайся. Давай. Отвечать придется как минимум в половину. Вставай! 200 косарей. Вы у нее увели, и 100 тысяч она потратила. Ты можешь сейчас загрузиться целиком. Отдай этой несчастной женщине 300 штук и свободен. Ну, либо раздели ношу с Костей пополам. Я давно не видел его. Да ладно тебе, не мельтеши, а? Ну, я взрослый дядька, что ты мне лапшу вешаешь на уши? Где вы обычно встречаетесь? Мы в кафе. В кафе обычно встречаемся. В общем так. Звони, вызывай его навстречу, придумай сейчас повод какой-нибудь и сделай так, чтобы он тебе поверил. И встречу назначишь вот прямо сейчас, в ближайшее время. Понял? В твоих интересах, чтобы он тебе поверил. Звони. На громко поставь. Здорово, Костя. О, Толян, здорово. Слушай, встретиться нужно срочно. Дело есть. Но не по телефону разговор. А что хоть за тема-то, расскажи. Реально бабло срубить можно. Приезжай на наше место. Во, блин, ты загадочный чувак какой. Ну, дай время, я хоть проснусь, морду вытру. Давай, на связи. Ну вот и славно. А мы как раз за часок доберемся до кафе. Пойдем, я курочку накину и поедем. Садись, Костян, узнаешь сейчас расклад. Давай. Сейчас тебе подробно. Ты стол накрыл, что ли? Ну, здорово, Костян. Здесь на тебе. Кто такой? Сейчас. Что за телевизор? Ты что, не позвал, а? Че, подстал у меня, да? У них на меня весь расклад. Лечить меня будешь, а? Да пошел ты в задницу, понял? Ты заварил эту кашу. Со своим телевизором. Слышь ты, придурок. Расклад тебе сейчас будет очень простой. Или ты платишь 200 косарей, которые ты у Лены выманил, и 100 косарей, которые она потратила на поездку, чтобы тебя, дурака, спасать, переживала за тебя. Как вы там скооперируетесь, мне все равно. Но есть другой расклад. Ты сейчас со мной поедешь, и тогда ты заплатишь и эти деньги, которые я тебе сказал, и проценты, потому что Лена взяла деньги под процент в день. Понял меня? Понял, да. Ничего. Сотка есть. Ну вот и молодец. Вот сюда, соточку. Бегом, Толя. Молодец. Давай, готовь. 200 косарей вот на этот номер. Вот и умница. В общем так, настоящие полковники МЧС. Я вам кое-что скажу напоследок. Ты, хоть и маленький, Марина сказала, ты любовник хороший. Ну так и работай. Ублажай одиноких женщин. Ты в аферы-то зачем полез? Тебе зачем это надо? А? Нечего тебе там делать. А тебе я скажу так. Твое достоинство, видимо, не в штанах, а здесь, во рту. Поэтому будешь еще нести своим помелом, что девочки на тебя вешаться начнут. Я твоему помелу другое предназначение приготовлю. На дачу ко мне поедешь. Будешь языком сортир мне отмывать. Понял? Понял я. Не слышу! Понял я, ладно. Делайте выводы.
Да, Елена, говорите, вы на громкой связи. Здравствуйте, Влад. Я тут деньги получила. 300 тысяч. Я так поняла, вы нашли Константина? Да, нашли вашего Константина, и подельника его нашли, Анатолия. Так что после разговора деньги они вернули. Спасибо вам большое, Влад. Теперь я смогу с долгами расплатиться. Но, правда, не знаю, как людям-то доверять теперь. Ну, как людям доверять? Елена, все очень просто. Доверять надо осторожно, осмотрительно. Надеюсь, вы сделали какие-то выводы из этой истории? Ну, конечно, сделала, Влад. Может, вы все-таки на чай зайдете? Я пироги испеку. Я ведь вас так и не поблагодарил. По поводу чая обещать ничего не могу. Скажу так. Возможно, мы заедем к вам вместе со съемочной группой, но когда, точно сказать не могу. Хорошо. Все, договорились. Удачи вам. До свидания. До свидания. Влюбленная женщина, ослепленная желанием тихого семейного счастья, отличная мишень для мошенника. Женщины, дорогие мои, ну остановитесь, снимите розовые очки, и вы увидите этот мир в реальных красках. Вот как-то так. Смотрите далее. Есть такие люди, которые любят рыбку съесть и сковородку не помыть. 50 тысяч родители дали. Ну давай их мне, я занесу их в приемную комиссию. Взяткой вопросы не решишь. Есть такие люди, которые любят рыбку съесть и сковородку не помыть. И вот такие вот халявщики – любимая тема для работы мошенников. Со мной связалась пенсионерка Наталья Леонидовна и рассказала очень слезливую историю про то, как хитрая мошенница кинула ее квартирантку Настю. Эта история растрогала только саму Наталью Леонидовну. Я-то на эту историю имею другую точку зрения. Я бы не поехал, но из уважения к преклонным годам пенсионерки все-таки заеду. Видимо, кому-то нужно вправить мозги. Наталья Леонидовна, здравствуйте. Мы вас ждем. Это хорошо, где можем поговорить? Проходите сюда. Ой, здравствуйте. А ты, значит, Настя, да? Да. Влад. А я Влад. А, нет, давайте с чайком повременим. Ну, рассказывайте, что у вас случилось? У тебя же беда какая-то стряслась. Давай, говори. Ой, я вот приехала с Байкала. Хочу стать артистом. Пришел... Ты прямо артисткой петь там или в кино сниматься? В кино хотела сниматься. Так, ну и что? Приехал поступать. Да. Получается, первый тур я не прошла. Провалила? Да. Угу. Выхожу из этого вуза, думаю о том, что вот зачем я только сюда приехала. Присела там на эту лестницу. Так. Подходит ко мне какая-то женщина и говорит, это ты та девочка с экзамена? Ты что, не прошла, что ли? Я говорю, нет. Она говорит, как так? Наверное, в приемной комиссии ошиблись. Нельзя же такой редкий типаж упускать. А эта женщина кем представилась? Она там преподаватель или она кто? Она сказала, что стоит в комиссии экзаменатором. Говорит, ты можешь поступить на платное, если хочешь. Прям вот сильно, если хочешь. Я говорю, ну я же из деревни приехал. Откуда у меня такие деньги будут? Так. Она мне говорит, а сколько у тебя есть? Я говорю, 50 тысяч родители дали. Ну давай их мне, я занесу их в приемную комиссию, знаю кому. Я устрою на бюджет тебя, помогу тебе. Взятка, что ли? Ну, получается так, хотя она вроде говорила договориться. И ты эти деньги ей отдала, да? Ну, да. Что было дальше? Дальше было, она пришла через 15 минут после этого всего. Угу. Говорит то, что тебя устроили на бюджет, ты есть в списках теперь. Можешь не переживать, оставить сумки в общаге и пропуск к началу года учебного будет готов. Угу. Так.
Ну, я поехала на радостях домой, то есть это на Байкал. Значит, всем начинаю рассказывать то, что вот поступила в вуз, такая вот я крутая. Все за меня порадовались, позавидовали мне. Приезжаю обратно в столицу, а мне вещи выставлены, обо мне никто знать не знает, и стану это пропадом пропало. А ты вот этой Светлане пробовала позвонить? Не пробовала. Я телефон даже не взяла. То есть ты отдала ей 50 тысяч и даже номер не взяла, да? Нет. Походу, вот, забылась в забвении, вот этом всем. То есть ты решила дать взятку, чтобы пройти по головам других девчонок, ребят и стать первой в очереди и учиться на бюджете? Блат. Она мне сказала, что там вообще все блатные учатся. Угу. И что... ты решила, что это нормально, да? Ну, да. А после того, как ты узнала, что ты деньги отдала неизвестно кому и тебя в списках нет, что ты стала делать дальше? После этого я просто села там на лавочку с вещами и начала плакать. Мне так было плохо. Успокойся. Влад, в этот момент я ее увидела. Смотрю, она плачет. Вся вот дрожит. Холодно же на улице. Я ее... с ней поговорила, она мне рассказала все это. Я ее взяла к себе. Наталья Леонидовна, то есть вы деньги с нее за комнату не берете? Нет. А она что-то потом делает? Ну, помогает. В магазин сходит, там посуду помоет, уберет. А она работает где-нибудь? Нет. Влад, помогите, пожалуйста. Наталья Леонидовна, я приехал на самом деле сюда исключительно из уважения к вашим годам. Конечно, я Насте помогу. Причем помогу я прямо сейчас. В общем, смотри, дорогая моя, взяткой вопроса не решишь. С завтрашнего дня ты пойдешь и устроишься на работу. Прямо откроешь сайты бесплатных объявлений, где предлагают работу. Любую. Официанткой в ресторане, помощницей, посудомойкой. Поняла меня? А параллельно будешь ходить на курсы. Вокал, танцы, все то, что ты хотела. И вот только на следующий год сделаешь вторую попытку поступать в театральный. Поняла меня? Да. А как же съемки, кастинги там? А вот так, никак. А кастинги, чтобы ты знала, все эти модельные агентства, 90% это все эскорт. Тебе это надо? Вообще нет. Вообще-то нет. Раз у тебя другие амбиции, значит, привыкай жить по-взрослому. По крайней мере, поймешь, каким трудом родители тебе отдали 50 тысяч. Так что, Наталья Леонидовна, я вас очень прошу, с сегодняшнего дня нужно брать за комнату деньги. Пусть чисто символически, 5-6 тысяч, но, по крайней мере, закрыть коммунальные услуги. Ну что, помог я вам, Наталья Леонидовна? Не ожидала я такого ответа. Ну да, помогли. Вот и проследите за тем, чтобы Настя побыстрее повзрослела и поняла, сколько стоят деньги. Успехов тебе в учебе и в работе. Большое спасибо. А чай мы так и не попили? Давайте в следующий раз. Вот когда она артисткой станет, тогда и попьем чай. До свидания. До свидания. До свидания, Настя. Надеюсь, Настя не обидится на меня, а сделает правильные выводы. Я хоть и разговаривал с ней строго, но по-отечески, не грубо, не с насмешкой. Ведь для того, чтобы добиться чего-то значимого в большом городе, нужно для начала поработать над собой, а уже потом добиваться признания. Вот как-то так.